Плазмолифтинг, квантовый фотофорез, тредлифтинг. Для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво, это не просто слова. Десятки самых современных процедур и методик для оздоровления и омоложения предлагает дерматолог-косметолог санатория «Знания». Все от очищения и питания кожи до инъекционных процедур и аппаратной косметологии. Начиная с уходовых процедур и заканчивая инъекционными, это контурная пластика, кому хочется увеличить там губки, да, подкорректировать носослезные борозды, носогубные складки, скулы подкорректировать. Ботулинотерапия, можно скорректировать морщинки мимические на лбу, вокруг глазок. Также в числе процедур тредлифтинг мезонитами. Это новое слово в косметологии. Эффект подтяжки без хирургического вмешательства. А также плазмолифтинг. Это омоложение кожи путем введения в нее плазмы крови пациента. Проведут здесь и процедуру интимной контурной пластики. Одним словом, при грамотной помощи врача-косметолога санатория «Знания» можно не просто улучшить внешний вид, но избавиться от недостатков и даже замедлить процесс старения. А все это, как известно, не только повышает самооценку, но и значительно улучшает качество жизни в целом. Мы стремимся к тому, чтобы обслуживать не только гостей нашего санатория, но еще хотим сегмент большой, чтобы у нас, ну, как бы был, это гости нашего города и сами горожане. В первую очередь мы стараемся именно для них тоже. Кроме того, в медцентре санатория «Знания» предлагают попробовать карбокситерапию. Это введение под кожу медицинского углекислого газа, что стимулирует выработку коллагена и обновление клеток кожи по всему телу. В целом же лечебная база санатория оснащена новейшим оборудованием для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний. И все это с использованием самых современных медицинских технологий. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.